Короче, режим Чешира кота запущен по полной программе. И я, ребята, стал чеширским котом, и оружие у меня пропитано чеширско-котячими способностями. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и походу мне снова сейчас придется стать немножечко гроссмейстером в рамках игры Alice Madness Returns, потому что, блин, потому что я даже платье менять не буду, знаете, потому что идеально сходится, посмотрите, у меня платье шахматное, и шахматы нас сейчас ждут впереди, поэтому будем играть аутентично, скажем так. Старт! Ребят, я сейчас должен своей пешкой пройти вот к этой вот звезде наверху, и чтобы вот вражеская пешка получается... Вот так вот, да? И чтобы вражеская пешка при этом прошла... Блин, ох, дорогуша, хочешь попробовать? Черт, да, хочу. И вражеская пешка должна вон туда пройти, к своей цели. Я к своей, она к своей. И тут, по-видимому, есть какая-то идеальная траектория по поводу того, как этого сделать. Ну, наверное, вот так, да? Попробуем. Да, блин, это охереть можно. Что это говно вот это конячье там ходит? Слушай, давай коняшку достань, конячью голову конячьей головой расхерач. Я считаю, будет неплохо. Ну, допустим, вот так. Вот, смотрите. Ага, вы поняли, короче, в чем прикол? Вот так. И вот так, да? Все. Только у меня ходов не хватило, да. Сброс, давай. Давай сбросим. Так, подожди. Давай сбросим, потому что выхода нет. Решим головоломку заново, да. Надо пойти вперед, а потом пойти назад. Надо немного поморочить голову этой лошадки. Вот так вот, смотрите, надо действовать. Все, теперь оно, это говно развернулось, и я, в принципе, могу себе вперед спокойно идти. Оно мне не тронет. Вот так вот вперед, и давай. Так. Да твою мать, почему ты кусок этого дерьма розового не пошел на свое место, я понять не могу. Так, подождите, то есть, я, кажется, понял. Раз, два, ох, блин, слушайте, ох, Гарри Гаспарова из меня сделают нахрен по итогу этой игры, наверное, в конечном итоге. Теперь вот сюда, смотрите, вот сюда, вот так и вот сюда. Все, идеально, успех. Наконец-то, господи. Так, еще будет? Или, может, хватит уже, не? Может, хватит уже, а? Ну, в самом деле. Все, давай, давай, завязывать, наверное. Так, решил головоломку страшную, жесткую. Жесткую, страшную, дикую, жуткую головоломку я решил. Игра сохраняется, прекрасно. Ой, опять эти пидорасы ходят там. Ну, что ж ты будешь делать? Что вы тут делать? Ну, пацаны, ну, угомонитесь уже, а? Нет? Так, давай, вот этого достреливаем, вот этого достреливаем. Все, всех достреливаем. На них, кстати, нормально перцемолка работает. Их, наверное, даже так лучше, чем... Их, наверное, реально лучше перцемолкой хреначить, чем... О, это проводница! Стоп-кран, дерните! Я опоздала! Я тоже очень хочу съездить. Куда вы там едете? Судя по всему, вы едете в какой-то ад. Поэтому возьмите меня с собой, мне тоже интересно. Здесь-то не бог весь какой рай, терять особо нечего. А, ну смотрите, можно вот это вот поразбирать, да? Эту всю красоту пособирать. Так, нормально. Опа, отлично. Так, собрал, получается. Немножечко стал богаче. 306 зубиков. Можно уже свой небольшой зубной бизнес. Стоматологическую клинику уж по-любому можно открывать, что называется. Хотя, наверное, люди не будут немного бояться ходить к стоматологу, который коллекционирует зубы. Да, это, наверное, не самое лучшее. Вот в резюме это лучше точно не указывать, знаете. Типа, я стоматолог, я коллекционирую зубы. Разрешите мне, пожалуйста, как говорится, вас подлечить, да? Так, ой. Опа, есть, все, прекрасно. Так, ой, блин, опять начинается гандон, приперся. Не-не-не, стоп, давай вот, вот так вот. Давай вот так вот мы сработаем. И вот так, о, хорошо, хорошо, нормально. Сейчас еще вот этого парня тоже нужно успокоить, я считаю. Вот, давай, вот. О, успел, не успел, что ли? Блин, не успел, прикиньте. Но он же уже вытащил свою рожу как раз в это время. На, лови, приятного чаепития. Здесь мы можем подлечиться, да? Блин, мы лечимся так немножко. А ну! Смотрите на эти ножки у цветка. Я этого раньше не видел, кстати говоря. Так, давайте-ка. Опа! Попадание! Че, нет, что ли? А в чем дело, я не понял? Что, хотите сказать, что я не попал? Так, сейчас, секунду. Дай вот так. Что за херня? Куда? За бред. Подожди, секунду, секунду. Я что-то не врубаюсь. Она куда-то в сторону вообще стреляет. Наверное, я перелетела, да? Сейчас, секунду. Оп! Вот так. Что-то какая-то хрень. У меня чайник, походу, у меня барахлит, ребят. Барахляный чайник. Что я могу поделать?
Какая дешевая какая-то китайская херня куплена была просто. Надо в магазин чайников пойти, бытовую технику новую заказать. А то это вообще ни о чем. Ну, не понял. Так, короче, не долетает. Хорошо. Чем тогда заняться? Чем тогда в таком случае заняться? Ну, по идее, надо наверх, да, по идее, надо... Вот так надо, пожалуй. Ой, тихо. Давай, взрывай. Вот, слушайте, жирный же кролик. Я такой маленький, я такой жирный, что аж его хватает, чтобы вот такую срань опустить, вы представляете? Что такое, я не понял. Давай наверх меня. Что нам надо? Две бомбы тебе, что ли, надо? Или что? Тэнь-дэнь-дэнь-дэнь, сейчас... Блин, сейчас кролик у меня все. Кролик сдулся. Ну ладно, хорошо, раз кролик сдулся, давайте еще раз тогда. Значит, кладем кролика и бежим. Устремляемся вперед. Давай. Так, хорошо. Прыгай все время, прыгай. Все время прыг... Куда тебя несет, блин? О, нормально, все, долетели. Хорошо, долетели. Теперь дергаем рычаг. Дергаем рычаг, это вообще не проблема. Рычаг дернуть абсолютно не сложно. Так. Все. Это одно из самых простых занятий, которыми можно заниматься в этой игре, ребят. Все остальное частенько вызывает дикую уже побольно, надо отметить. Так, открылась дверь. Открылась навсегда, я так подозреваю, да? Собрал. А теперь надо наоборот. Теперь нужно вот сюда, получается, ставить кролика. А вот туда вот бежать. И прыгать при этом постоянно. Прыгать постоянно, чтобы сильно своей жопой жирной не давить на платформу, да? Чтобы она периодически поднималась кверху. Все, я это все сделал. Я молодец. А, стоп! Ну-ка, тихо. Ага. Что думала? Не замечу тебя, свинотка, да? А я заметил, прикинь. Так, и что же мы по итогу получим? А. То есть я зря как последний идиот все это делал, да? Сейчас придется по новой. Ну давай. Так, все, пробили. Но зато посмотрите, зато, я считаю, оно того стоило. Вы гляньте. Ну, зубик, ладно, хер с ним. Я говорю, оно того стоило, мы реально неплохо поживились. Сколько золотых зубов. Мне же надо все-таки прокачать лошадку, да? Блин, что за хрень, я что-то не успел. Что-то оно сильно быстро поперло. А давайте, ребята, поменяем платье, серьезно. Давай, главное меню. Пропитан силой фиалок. Теряешь зубы вместо... Ой, хорошая тема, слушайте. Дева из плоти, стерея доступна. Удваивает урон. Не, вы знаете, я что-то не могу найти здесь. Оу! Тут еще и оружие другое есть. Нихера себе. Октомолка? В острый тесак? Нормально. Лошадка? Давайте, слушайте, сейчас мы обновим нормально себе оружие. Да, слушайте, вот это все, да, это я все возьму. Теряешь зубы вместо здоровья. Ну нет, это мне не подходит. Индастриал, идеальный наряд. Что возьмем? А давайте возьмем, короче, вот это. Просто по приколу. Блин, это мне, конечно, никак не поможет выше прыгать. Я думал, есть такое платье. Где-то я про такое слышал, что вроде как с помощью какого-то платья можно выше прыгать. Но я не... Вот зато я вот такой вот буду. Зато я буду вот такой вот красавицей, да. Но это, блин, я, правда, теперь, к сожалению, все заново, что ли, начинаю, да? Ох, ничего себе! Но зато посмотрите, ребята, как эффектно мы сражаемся. Тут у меня чеширская... Чеширская... А ну-ка, вот этой сранью долбани его. Да тихо ты. Сдохни ты. Что ты будешь делать, я не понимаю. Так, на! Лови! Молодец. Так, хорошо. Теперь ты. Теперь ты лови! Ну-ка, смотрите. Смотрите сейчас, как будет. Бах! И котячья рожа такая, да, появляется. Ну ж прикольно, нет? И теперь вот этой вот... Так, подожди, отходим. И давай вот этой костяной сранью бей его. Нормальная такая хрень, да? Мне нравится. Мне нравится. Короче, режим Чеширы кота запущен по полной программе. И я, ребята, что называется, стал чеширским котом. И оружие у меня пропитано чеширско-котячими способностями. И подлечимся сейчас нормально. Мы вот тут. Так, короче, вот я, в принципе, мог всегда сразу же... По большому счету подняться вот на этой платформе и пробить там все. А почему же я раньше эту платформу не видел? Потому что я слепой, наверное, да? Поэтому, я так понимаю. Ну, хорошо. Так, давай-ка еще раз. Так, все, я перепрошел, всех поубивал, все пособирал. И теперь могу бежать дальше в своем замечательном котячьем обличье. Вот кот удивится, когда меня увидит, да? Я хочу на его лицо посмотреть. А вот и он! Ну-ка! Че скажешь? Как тебе моя внешность? Способны его распознать. Некоторые его
вовсе этого не хотят. А, то есть тебе абсолютно насрать, что мы теперь с тобой родня, скажем так, да? Ну, в общем-то, это и хорошо, а то еще, не дай бог, это чмо улыбающееся попыталось бы со мной спариться. Не-не-не, ну нахер, нам этого не надо. Очередная головоломка, ребята. Так, теперь у нас немного неаутентично получается, потому что я не в шахматном костюме буду к этому подходить. Но все равно. Так, давай-ка вот так, назад, правильно? Сюда. Вот так, хорошо. И мне еще надо смотреть, как рассчитать. Чтоб лошадь не убила ту пешку, да? То есть сейчас я не могу пойти. Ну-ка, давай вот так. Ага. Теперь сюда. Теперь вот так. О, хорошо. Блин. Тихо-тихо-тихо, что-то я... Что-то я запутался. А, не, не получается. Слушайте, а вот это пожестче, конечно, будет загадка. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. Вот сейчас у меня получится. Так, вот сейчас у меня получится. В принципе, легко. В принципе, несложно. Главное просто хорошенько подумать. Так, хорошо. Это единственная загадка? Да. Это единственная загадка, да. К сожалению, нам наш кошачий облик интеллекта особо не прибавил, поэтому, ну, минут, наверное, 5 я тут пострадал. Ну да, не страшно. Не страшно. Давайте. Мяу, враги. Ну где же вы? Я вас сейчас испидорашу своей... Я даже не знаю, коняшкой? Как это назвать? Это уже не коняшка. Это уже какой-то ад во плоти, блин, конячий просто. Это просто, ну, голова, блин, Ксении Собчак или что же это? Так это адская конина просто дикая там. Так, ну ладно, мы, получается, можем сейчас увидеть очередной вьетнамский поджигательный такой. Зажигательный флешбэк, я бы сказал. Зажигательный, да. Зажигательные воспоминания нашей Алисы. Я ненавидела запертые комнаты. Ее комната была дальше от возгорания, чем моя. Дым не мог убить ее. Она никогда не запирала дверь. И кроме того, она знала другой выход из дома. Через окно. Кто-то оглушил или убил Лизи, запер ее дверь, а затем, чтобы скрыть свои преступления, сбросил лампу вниз и вспыхнуло пламя. Ага. В их план входило убить нас всех. Ну, какой-то, судя по всему, профессор какой-то, доктор какой-то, я не знаю, какой-то интеллигент. Такой бородатый, в очках классический, такой интеллигентный. Мужичок, казалось бы. А такая скотина, да? Так, ну то есть это не Алиса, да? Поубивала всю свою родню. Понятно. Какой-то хрен. Ну так, может, мы докопаемся до того, кто это есть. Кто этот мужик? Наверное, какой-то психолог, может, который там с ней работает. А может и нет, я не помню уже. Я вроде бы видел эту рожу когда-то раньше, но это было столько серий назад, что... Уже неизвестно. Сопротивляйся тому, что пугает и оскорбляет тебя. Оскорбительные речи не должны оставаться безответными. Ну, в принципе, ты прав. Я даже не поспоришь. Стоп. А это что такое? О, тихо. Ну-ка, давай. А, у меня максимальное здоровье, значит, да? Я понял. Предлагают вон туда вот. И вон туда вот. И в то же время вот по этим платформам тоже вроде как предлагают. Ну и что делать? А, ну туда я не долечу, правильно, все равно. Без платформ туда я никак не долечу. Поэтому мне что остается? Мне остается вот сюда запрыгивать, потом вот сюда запрыгивать. Ну и, соответственно, да, вот по всей вот этой вот красоте. По всей вот этой красоте перемещаться. Осторожно, аккуратно, пожалуйста. Аккуратно, пожалуйста, Алиса, у нас с тобой куча. У нас с тобой еще куча препятствий. Мы еще должны наши котячьи лапки еще нужно сохранить. Целости и сохранности, понимаешь? Ум потом кушать с тобой вискас, когда все это закончится. Но пока об этом думать еще рано. Вот туда, получается? Давай, все, приземлились. Так, дальше. Дальше на эту платформу. В принципе, тоже приземлились, тут легко. Ой, блин, понеслась. Так, смотрите, это у нас октомолка, да? Так, хорошо, нормально октомолка действует. Тихо-тихо-тихо, а это резак, это вострый резак, кстати говоря, не вострый нож, а именно вострый резак надо отойти. Можно им тоже попробовать порубить немного для интереса. Тихо. Ну он, знаете, он такой же, как вострый нож, только, по-моему, он просто по-другому выглядит. Да, смотрите, и он тоже, в отличие от коняки, он не может добить вот эту скотину. Поэтому тут лучше конечно, по старинке взять. Ой, тихо-тихо-тихо, стоп, давай, вот. Вот этих пацанов успокоим всех, пожалуйста. Собираем зубы. Зубки пособираем. Так, стой. Стой. Давай, ты... Не того. Вот это. На тап я ж нажимаю. Для чего, блин? Я пытаюсь поменять цель, она не меняется. Так.
Ой, как все сложно. Так, давайте вот так вот, короче, возьмем. Вот так вот поступим, я думаю. Сейчас вот при помощи нашего катачая, замечательного, мы избавимся от всех проблем. Скорее всего. Раз. Говна кусок, иди отсюда! Ну, кстати, со здоровьем у меня неплохо. Можете обратить внимание. Так. Давай. Опа! Ай, хорошо как, да? Блин, а вот этого вот уже надо наказывать. Он уже раком стоит, давно просит. Ну-ка, давай. Да не туда ты бьешь-то, господи. Он зафиксировался, да, сейчас? Ну, сейчас, на. Алло. Добрым утром. Чайку не желаете? Нет? Что, как-то надо вот эту сволочь уже убивать. Он уже достал, реально. Да не мешай мне, пожалуйста. Да ведь жопой ко мне тут раскорячились. Прям удачно раскорячились жопой. Надо бить. Надо бить! Ай-яй-яй! Какие же вы скоты! Просто невозможно, а! Два придурка всего и не дают абсолютно мне никак. Ой, слушай, оно там, конечно, нормально оно все это. Рычит коняка. Неужели, блин? Ну и вот этого гондона осталось, да? Давай, раз, два, три. Хорошие удары наносим. Отходим. Продолжаем бить. Нажимаем shift, когда эта тварь тянется за своими снарядами. Ну, вот так вот, да, неплохо. Зонтик я вот реально не пойму, где он. На shift, не на shift. На что надо нажимать, чтобы зонтик импонировал? Забыл, ну, до сих пор не могу вспомнить. Забыл, так, ой, тихо. Лови. Ой, хорошо, как лицо снесло, да? Харю тебе снесло, твою поганую, да? Все уже? Уже на одну рожу меньше, да, наглую? Ну, это хорошо. Давай, оп. Вот так вот. Можно отходить сзади, короче, чайком долбить, когда уклоняешься еще. Дополнительно тоже урон получается. Ой, тихо. Ну, стоп. Во, нормально. Сейчас еще рожа минус. Еще минус рожа будет, наверное. Так. Тихо. Ага. Что-то он непробиваемый какой-то. О, наконец-то. Я уже думал, что не настанет этот момент, блин. Все. Фу, сдох. Так. Он-то сдохнуть-то сдох, но при этом... Так, подождите, давай. Вот это пробиваем. Алис, еда сильно влияет на твои сны, но пирожные занимают особое место. Никогда не отказывалась от десерта, я так полагаю, и от чая, если к нему прилагался кекс. Так, а какой нормальный человек в здравом уме откажется от десерта и от чая, если к нему прилагается кекс? Ты чё, папань, с ума сбрендил, что ли? Конечно, не отказывался. Правильно, наш человек. Кексики это святое. Запомните себе. Кексики это святое, а еще святое бегать с чайником и ошпаривать всяких мудаков. Это тоже святое. Но в реальной жизни никогда так не делайте. Это нехорошо. Так, это можно только здесь. Ну ладно. Что тут скажешь? Лабиринт какой-то пошел. Походу, сейчас Джек Николсон будет за мной бегать с топором, наверное. Там. Пробиваем. Так, пробиваем, смотрим. Тут секреточка. Тут мы, походу, найдем какой-то секрет. Тут что-то-то прям ходит так уверенно. Слышите, нет? Тум-тум-тум. Только что топотало какое-то говно. Я прям слышал, как говно топочет. И это нехорошо. Это плохо, ребята. Это папандос, наверное. Может быть, в другом месте погуляем, а, Алиска? Киска Алиска. Слушай, я тебе так могу сказать. Киска Алиска. Может быть, погуляем реально в другом месте? А то что-то тут опасно, по-моему, нет? Ну, смотри, ты видишь, это скелетообразное говно какое пришло. Вот что ты будешь делать? Ну, мы его добили, конечно, но сейчас же новое поперлось. Вот новое поперлось. Ну вот, да. Ну, зачем это все надо? Сидели бы себе дома. Чем мы вообще тут шляемся, Алис? Я не понимаю. Я тебя, женщины, не понимаю. Вот не сидит сте на месте, на жопе ровно. Надо обязательно прыгать, бегать по таким вот местам. Я бы воздержался, наверное, на твоем месте. Я бы, наверное, на твоем месте воздержался. Так, давайте мы возьмем это. Октомолку возьмем, да? И вот этого теперь расхерачим. Так, хорошо. И вот этого теперь расхерачим. Всех по очереди, короче, расфигарим. Так, ой, стоп, говорю! Подождите! На! Так, а тебя мы попадем, нет? Нет, тебя мы не попадем, ну никак. Так, сейчас смотрите, сейчас надо вот этих пацанов тоже изничтожать. Они очень сильно мешают, между прочим. О, хорошо я! Хорошо я уклонился. Да блин! Раз, два, три. Вот такая. На, еще ему дай. Еще ему дай. Понятно, пока я с этими не разберусь, не будет мне спокойной жизни, да? Ну, я понял. Все, давай.
Все, хорошо. И вот того следует. Да не того, блин! Вот того давай. Вот этого. Вот этого давай. Давай, бей его. Бей его быстрее. Ну, вылезай уже в рожу свою поганую, наглую. Достань. Молодец. Так. Стоп. Все, отпрыгиваем. О, как хорошо я его обошел, да? Прям идеально. Только, правда, мне это не сильно помогло. Он меня ударил сильно с каким-то. Стой, стой, стой. Перепрыгиваем, перепрыгиваем и уходим. Да, замечательно. Так, так, ну-ка. Ну чё, ну? Лови, как говорится. Оба. Хорошо. На. Так, прекрасно. И сзади удар. Раз, удар, два, удар. Ты посмотри, как это говно, оно прям... Оно прям выносливое. Ты выносливый кусок говна, я не понял. Ты что, охерел? Умирай давай. Да, блин. Лови. Сколько ж раз тебя надо так сзади-то долбить, чтоб ты понял. О, наконец-то дошло, да? Ну все. Растворяются еще одни очередные какие-то дресневые корни из ада. И мы можем проходить дальше, как говорится. Ворота открыты. И это прекрасно. И это прекрасно. А ворота открыты, параллельно открывается возможность для вот этого мудака, блин, меня поймать, я хотел сказать. Для кучи всяких мудаков, но этого хватит, можно и без кучи обойтись. Так, ну в принципе, он опять-таки ничего особо сложного из себя не представляет, этот карточный садюга. Да, замечательно. Ты, наверное, в карты конкретно проигрался, поэтому такой злой ходишь до сих пор. Он ничего плохого нам не делает, мы от него спокойно убегаем и... И появляемся с нашим оригинальным скином. Где-то вот здесь, да? В каких-то непонятных... Что такое? Что происходит? Она опять сама ходит, слушайте. Так, она стала гигантской. Наша Алиса стала гигантской, походу. Вот в чем прикол, да? В режиме гиганта Алиса может атаковать врага, топнув или раздавив его. Атакуйте башни королевы, чтобы добраться до сердца. Разрушите врата замка, преграждающие путь. Ну, давай. Опа! Хорошо, так, слушайте. А это тоже можно поразрушать? Давайте все поразрушаем нахрен. Все, ребят, вот это я на вас сейчас отыграюсь. Так, слышь, ты, смелое говно, которое бегало за мной. Слышь, ты, карточный мудак, ну где ты там, алло? Давай, давай сразимся, алло. Че ты, ссышь, да? Ссышь, говно такое. А ты не ссы, ты давай, ты подходи. Подходи, не стесняйся, мы сейчас поиграем с тобой как следует. Так, вот это надо пробивать, да? Кто-нибудь, кто хоть. Ой, друзья мои, ну-ка давай, ну давай, давай. О, да, вперед из песни, ага. Ой, какие мы бравые войска, ты посмотри, на какие мы злые, а. Ты посмотри на нас. Ты посмотри на нас, как, какой злобный пидорас, причем клонированный 1000 раз. Не, ну подождите, это как бы, это как бы бесконечно, что ли, будет длиться? Возможно, они не будут заканчиваться, просто мне нужно делать свое дело упрямо, несмотря на их наезды. Давайте я попробую... А, вот еще можно правой клавишей мыши мы топаем, да? Окей, все. Неплохо, слушайте. Так она их не убивает руками, получается, да? Только вот так убивает. Хорошо, я не возражаю. Сейчас, зубик собираем. Так, значит... Опа! Хорошо. Руками мы разрушаем препятствия, а ногами мы тоже разрушаем препятствия из всяких мудил. На этот раз, правда. Так, это собрали. Тоже топнули ножкой. Ух, какая злая девочка. А правильно, потому что вы же понимаете... Выбесили? Ну, выбесили, пидорасы, ну что поделать? Потому что я была добрая, маленькая, милая девочка. Но ты, вы же сами видите, что происходит, а? До чего довели? До чего довели эти поганые изверги? Это я ускоряюсь, что ли? Или мне показалось? Ну-ка, давай проверим. Непонятно. Ой, слушайте, что-то какие-то щупальца сильно большие там. Что-то там щупальца сильно большие, я посмотрю. А ну иди сюда все, а? Пидорасня поганая. Слушайте, там это, надо аккуратно быть. Вот видите, вот то ядро, вот опушка, походу, ядрами швыряется, нет? Я правильно понял? Во-во-во, да, вот, выстрел пошел. Так, уклоняемся. Нормально. Продолжаем херачить. Ну, в общем-то, легко. В общем-то, разберемся сейчас, давай. Пацаны, вас что-то сильно дофига. Вы не обнаглели, нет? Давайте уже... Стоп, стоп. А можно, наверное, мимо пройти, да, просто? Че я с ними валандуюсь? Не, нельзя. Вот эта штука, она не закончится, да, пока... Пока я всех не перебью. Не, слушай, это, конечно, очень увлекательно. Это, конечно, чертовски весело, но, может быть, мы закончим уже, нет? У меня складывается ощущение, что небольшой Гонконг из этих карточных мудил уже собрался. Уже, может, хватит. Нет? Пушка стрелять будет, нет? Алло! Слышь ты, елда! Ты что-нибудь будешь делать, нет?
пацаны, какие вы суровые. Слушай, мне прям хочется вам... Мне аж вас жалко, мне так хочется вам поддаться начинать. А может быть я... Слушайте, ну это какая-то херня, они просто не дают пройти. Может мне надо топтать прямо вот там, где они находятся, и тогда я растопчу полностью место их, вот откуда они прибывают. Да, точно, смотрите, по ним топтаться бесполезно. Тут вот такая вот система, понятно? По ним топтаться смысла нет, топтаться надо исключительно по херне, из которой они вылезают. Ну хорошо, давайте тогда, пока они там совсем уж не наводнили целиком и полностью все пространство вокруг, я пока быстренько вот сюда подбегу сейчас, топну ножкой как след, и вот и хорошо. Вот и все хорошо, как видите. Все пацаны поисчезали. Можем идти дальше. Так, сейчас у нас что? Сейчас у нас, ребята, получается, червячки. Можно с ними что-то делать? А ну попробуй. Вырвать. О, нормально. Нихера себе. Терпи. Королева, походу, да, это ее внутренние органы потрясающие. Слышь, ты чё, говно? Фонарело, что ли, совсем? Правая кнопка мыши, растоптать сердце. Так, уже неплохо. Одно сердце растоптано. Сколько их всего? Чё, всего лишь плоть? Ну да, плоть, это же такая мелочь вообще. Господи, какая-то там плоть, в конце концов. Поди врачу какому-нибудь скажи, когда он операцию будет проводить. Ну чё вы паритесь, это всего лишь плоть, пусть сдохнет человек, да? Нормальная ситуация такая. Мне очень интересно. Сколько всего сердец, во-первых. А во-вторых, я, кстати, отмечу, что мне это напоминает немного готику. Сражение со спящим. Первую готику. Там надо тоже сердца расколоть. Сердца спящего. Только они все в одном месте находятся, а тут вот шароебиться надо из угла в угол, блин, понимаете? Не дадут вот этой гигантской Алисе спокойно расслабиться, понимаете? Вот эта гигантская Алиса должна вот свое свободное... время, которое у нее отнюдь не гигантское, в отличие от роста, да, она должна тратить ее на всяких мудаков, на всякие сердца, блин. О, смотрите, там тоже надо будет повырывать сейчас, да? Так, давайте-ка побыстрее иди. Так, давай-ка сюда. О, топтануло, хорошо. Стой, да отвалите вы. Отвалите вы, букашки сраные, что ж с вами не так-то? Надо, топтануло еще здесь, так, хорошо, немножко топ... Откуда стрель... Стрельба. А, я вижу, откуда стрельба. Все понятно. Так, давай. Раз. Сейчас, смотрите, смотрим внимательно. За этой пушкой следим. Следим за пушкой. Так, надо обходить вот с этой стороны, наверное. Пушка когда начнет стрелять? Вот-вот начнет, я прям чувствую. О, пошел процесс. Так, ну все, я на этот раз уже уклонился. И теперь все. Все, наконец-то. Все, осталось только добить вот этих никчемышей. И все будет прекрасно. Все, всех поубивали. Теперь надо вырвать вот эту срань. Давай. Да-да-да-да! Хорошо. И все, и развалить вот это говно осталось. Раз, два. Что такое? Алло. Еще ближе подойти. Раз, два, все. Растоптать сердце. Два готово. Два сердца растоптаны, ребята. Прости, конечно, что топчусь по твоим. Хер соси, дура, не оставлю. Так, еще сейчас будем растаптывать. Еще сейчас будем топтаться, да. Потопчемся как следует. Так, давайте вот это все соберем. Вот это все прям соберем как следует. Так, подождите-ка. Ну, двумя руками, в принципе, золотой зубик взяли. Можно, кстати, уже прокачиваться. Но сейчас это смысла никакого не имеет, потому что я никаким оружием не пользуюсь, кроме собственных ручек да ножек. Как говорится, крок. Так, давай сразу вот сюда, вот, во-первых. Во-вторых, отходим в сторону. Блин, не успел, да? Не успел немножко отойти. Давай сразу здесь теперь. Да бей! Бей! Говорю по ним. Все, молодец. Удар, еще удар. Собираем зубки. Ни хрена себе, они там, конечно, повылетали, как из матки королевской. Впрочем, может быть, это так и есть, по сути. Я анатомию этой королевы толком не знаю, с которой мы тут делаем. Так, этих тоже всех растоптали. Сейчас смотрите. Зубы собираем. Так, этих убиваем. Здоровья много. В принципе, если даже ядро в меня попадет, мне как-то и насрать. Ничего страшного. Так, вот этого тоже последнего прихлопнем уже, чтобы вам обидно не было одному в живых оставаться. Тянем вот здесь. Давай. Так. Опа. Вытягиваем. И сейчас. Стрелять будешь? Нет? Будешь стрелять, говно такое? Раз, два. Все, не будешь стрелять. Вот и правильно. Вот. О, золотой зубик. Взяли. Взяли, отлично. Все, это последнее, нет? Пожалуйста, просто уходи.
Не. Попробуй еще раз. Вы недостаточно эффектно молите о пощаде, ваше королевское обоссанное высочество. Поэтому я сейчас вас... Ну, я вернусь сейчас туда, откуда я пришел. Просто мне для этого, скорее всего, надо будет тебя убить, и только тогда я смогу проснуться в своем реальном мире. Сокрушить сердце, ребят. Какая гадость. Это знаешь, сердце, а не отрезанная сиська чья-то? Или глаз вырванный? Больше напоминает, на самом деле. Ну да ладно, так. Королеву мы посмотрим, нет? Победная фляга такая, да, типа? Окей, я понял. Надругалась над соперницей как следует. Правда, соперницей в чем вообще? Почему у нас какие-то разногласия? Непонятно. О! Так, я снова кошак. Когда-то вы были частями одной души. Где же она оставила вас? Чувак, меня не спрашивай. Я... Нет смысла продолжать путь. О! Зашибись. Ой, прям так хочется туда пройти, да? Прям охренеть. Просто смотришь на это, и желание возрастает с каждым разом. Алиса, у него были скользкие ручонки. Скользкие, как у Гризизиса. И даже его имя не поможет. Бамби. Если он что и умеет, то его врачебный такт явно нуждается в усовершенствовании. Так, значит, врач по имени Бамби. Врач по имени Бамби, он получается... Он, получается, падла такая, скользкими ручонки свои распускает там, а? Ой-ой-ой. Стоп, тихо. Тихо, жесть какая. Как все это быстро началось-то? Я аж не ожидал, на самом деле. Так, на какую клавишу тормозим? На пробел, да? На пробел мы немножко подтормаживаем. О, смотрите, золотой зубик надо взять. Так. О, прыг-скок! Прибыли. И что с этим делать? Стрелять? На. Господи боже. Что-то мы попали в какое-то не очень приятное место. Надо бы отметить, да? Это же мне не одному так кажется. Так, вот здесь мы пройдем, наверное. Да, точно. Напоминает, вот реально, опять-таки, во второй раз уже сошлюсь на игру Alien Isolation. Вот эти вот яйца, я говорил, напоминают. А теперь и все остальное, блин. Теперь и все остальное напоминает. Так, что здесь? Что-то там булькает, по-моему. Что-то там... О, стоп, давай. Пройдем. Сейчас надо будет сражаться, да? Или что? О, да тут не так просто все. Так, хорошо, давай, идем, значит. Блин, куда ты прешься? А сама опять ходить начала, дура. Так, сейчас, давай. Раз. Два. А в чем конкретно сложность вот этого секретного левела будет? Типа их очень будет много, они мне не дадут шагу ступить или что? Так, давай, давай, бей уже по этой сраке. Вот, все, хорошо. Так, теперь вот туда надо бежать, да? Ага, понятно, туда надо бежать, а сбоку еще вот эта срань херачит. Короче, сложности, ребят. Так, давай. Оп. Да, вроде бы на shift она немножко быстрее бегает, поэтому... Давай топчи! Все, прекрасно. Так, немножко подразрушили. Че дальше? Че дальше, блин? Так, дальше надо избавиться от оставшихся упырей, наверное. Иначе они в покое не оставят. Все, давай, вот этого тоже. Так. Ага, тут я могу, получается, расхерачить руками, там, потянуть за пипиську, и все, и прекрасно. Давай, вот, все хорошо. Сзади еще, кстати, остались недобитые упыри? Нет, вроде бы не осталось. Так. Ну, че ты, иди давай вперед. Что не так? Она туда не идет, ребят. Проблема в том, что она туда никак не идет. Я пытаюсь, но... О, все, заработало. Что-то лагает эта игра, конечно. Так, ну это не страшно, ладно, это мы разберемся. Да блин, даже повылезали опять эти гомункулы, ссаные черти поганые. Блин, так и здоровья может не хватить, ребят. Реально может не хватить здоровья, надо постараться прям конкретно. И вы знаете, чем чаще я вот так делаю, тем они как будто бы быстрее появляются. Вот в чем еще проблема, да? Так, давай, вот сюда теперь бей, прям по центру, отлично, зубики собираем. Там пушка, кстати, еще стреляет, между прочим. Или пока она еще не стреляет, я сильно далеко. Непонятно, не знаю, так, давай. Так, ребят, друзья мои. О, стоп, блин, там вот вовсю, видите? Вовсю отпачковывается говно. Пушка вроде бы не активна. Я реально далеко нахожусь, по-видимому. Вот сейчас я уже близко, кстати. Сейчас уже меня можно валить. Давай быстрей, отходим, там стреляет пушечка. Фу-ху-ху, успел. А уклонился, видали? Какой я молодец, да? Так, пока что не стреляет, правильно?
Правильно. Всё, можно спокойно вот этих переваливать, пацанов. Все, до свидания. Собираем зубики. Куда дальше? Дальше вот сюда. Оп! Хорошо. Ну и уже я последний раз тяну за это говно, правильно? Все, давай. Да что ж ты делаешь? Вытаскивай! Молодец. Ну и все, осталось только пройти. Но мне же помешают, наверное. Нет, смотрите. Даже никто не появился. Даже никому я не интересен особо. Это радует. Так, а вот сейчас вот осторожно. Сейчас эта штука начнет, наверное, целиться в меня. О, начала, пожалуйста. Так, в бок идем. Все. А, вот теперь уже можно не париться. Теперь уже можно не переживать. Давайте. И что мне за это будет? Дадут, наверное, сердечко еще немножко закрасить, да? А, мне приглашают на... Кто хочет стать миллионером, да, с котом? Окей. Или нет? Нет. Просто бери, подбирай. Собрать краску. Покрашенных частей. Окей. А вопросы будут? Котик. Давай вопросы еще какие-то. Хрен из два. Ну ладно. Вопросы было бы на самом деле интереснее, чем вот это бегать, топтать этих букашек, таракашек. Так, хорошо. Значит, это я куда пошел? Это я нашел тайный проход тогда здесь. Правильно? Правильно. Теперь отсюда надо сваливать. Вот обратно в эту замочную скважину. Собирать зубики. Так, стоп, давай-ка сюда. Собираем зубики. И... А куда мне надо? А, вот. Вот эта хрень же открылась. Правильно? Правильно. Так. Какое мерзкое место. Какое ж мерзотное говно мы наткнулись. Ой! Что ты мне показываешь? Где? А, типа перцемолкой надо херачить. Ну только не перцемолкой, а лобстермолкой, да. Мы понимаем. А куда? А что за бред? Куда? Куда надо? Я не вижу, чтоб кто-то хрюкал. А, вот, смотрите, какая хрень. Понятно все. Надо, короче, сердца разбивать. Сейчас надо будет внимательно сердца искать и разбивать. Сейчас такого типа геймплей пойдет. Так, я так понимаю, что мне нельзя прикасаться вот к этой вот болевотной жиже, которую тут насрали. Совершенно мне это нежелательно, наверное. Что я тут делаю? А, все, понял. Так, теперь обратно, да? Уже по этим камням. И там вон еще сердце, кстати, по-моему, торчит. Так, сейчас оно... Тихо-тихо. Давайте-ка вот так вот через одну пропрыгаем, наверное. Так удобнее будет. Раз-два... Раз, два, все, хорошо. Вот еще сердце, да, как я и видел, в принципе. Это же с такими мерзкими звуками все это открывает, это же кошмар какой-то. Так, ну ладно. И меня сохранило. Ой-ой-ой. Ну, не-не-не, ребята, не-не-не. Давайте мы не будем, а? Давайте вот мы не будем заниматься ерундой. Вы же должны понимать прекрасно, что от вас избавиться, как нехер делать. Ну что мы тут сам, в конце концов, зря тратим время и... И собственную жизнь, кстати говоря, тоже. Так, получается, одно сердце разбил, наверное, еще одно надо, да? Что? Извиняюсь, что за звуки? А, понятно. Давай второе сердце. Опа-па! Ой, пацаны, ну что ж вас, жизнь вас ничему прям не учит. Вот ничему вас жизнь не учит, просто слов нет вообще. А вот это сердце можно расхерачить? Наверное, не, это просто декорация, я понял. Проходим. Так, что видим? Что-то тут светилось. А, это мне просто показывает, что давай-ка стреляй вон туда, там где-то сердечко, да, я понял. Так, сейчас будем искать. Сейчас вот у этой несчастной королеве нужно будет очень хорошего кардиолога найти, я чувствую, потому что с сердцами будут лютые проблемы. Серьезно, все будет очень плохо с сердцами у королевы. Королевы будут очень серьезная беда, вот как будто она кофе бухала целыми днями, хотя... На самом деле ее слуг я угощаю исключительно чаем. Но а ей сердце сучки такой вырву с корнем, конечно. Да. Как интересно будет выглядеть ее самое главное, большое королевское сердце. Вот это вот. Прям жду не дождусь посмотреть. О, смотрите. Она уже ходит. Это она ходит пешком сама. А, королева! Так, ну-ка, покажите поближе-то ее. А то не видно толком ни хера. Я вижу, что башка какая-то торчит, но... Здравствуй, мадам. Наконец-то мы, блин, встретились. Это серьезно, что ли? Это... Я ожидала увидеть не тебя. Я тоже ожидал увидеть нее. Знаешь, даже собственный разум. Как это пипись
пиздючка какая-то сидит вообще. Детсадовская. Это то, что ты говоришь. А молочка тебе не налить печенькой? Однажды ты уже пресекла мои попытки контролировать наши жизни. Дети. Но сейчас ты позволила кому-то другому преуспеть в моей... Маленькая сучка какая, а ты посмотри на нее. Своим щупальцем не скучаю. Ты предпочтешь горячее, зловонное дыхание и упорное внимание сильного, бездумного, бесчувственного буяна? Я так не думаю. У тебя есть нечто... Буян, какого буяна? Бутына, блин. Бумына, бувына. Что за хрень они несут? Для ответа, нежели тот, что ты мне предлагаешь. Если не поможешь, мы можно обречены. Еще шире рот открывать. Обречены. Забыты. Чтоб я тебе прям расхерачило, хлебал. Тебе конец. Тебе? Я знаю, ты видишь. Ой! Мадам! Пожалуйста, ваши щупальца прочь. Разрушать страну чудес, значит разрушать меня. Все верно. И так же наоборот. Я привела его в движение, я же могу остановить. Так будет лучше для меня, я не безумна. Я не убивала свою семью. Ты вообще не безумна? Я не безрассудна, я невинна, я имею в виду невиновна. Что? Конечно. Что ты делаешь? Ты само здравомыслие. Но тут нечто большее. Твои глаза скрывают трагедию. Ты говоришь, что ищешь настоящую правду, но она ускользает от тебя, потому что ты не видишь, что происходит вокруг. Невозможно классифицировать это безумие. Ну, к стоматологу ей сходить, по-моему, не помешает. Зубы желтые какие-то. Но не в данном случае. Но остренькие. Это сострозубая девочка такая. Жестокость во имя добра. Это мой метод, как говорится. Но она совсем спятила, бедняга. Свергнуть власть? Сейчас будем свергать власть? Что, симулятор Навального или что запускаешь? Прошло. Забудь, так. Алиса. Забудь. Это ты, мудак, поджег все. Ты, мудила, все поджег, тварь такая. Ни хрена себе зубки, конечно, у этой девочки. Это аж обосраться просто. Такой палец в рот не клади, да? И все остальное тоже. Путешествие на поезде чемодан был не больше твоей головы. Я могу ошибаться, ваше величество, но сомневаюсь. Вниз по той изначально извилистой тропинке, в сторону еще верно, раз. Доктор, хорошо сказано, вне сомнений. Я имею в виду, что здесь очень жарко. Я имею в виду неясно. И от нее ничего не добьешься. О, нет, никакой помощи. Ребята, вы сами не как здравомыслящие люди разговариваете. Теперь ты вернулась, как паршивый грош. Репутация под ударом. Люди говорят, Алиса, что я как старый пес, закопавший кость. Ты не знала? Преданность. Ты никогда не должна убегать из дома. Оставайся. Моя прелесть. Скажи, моя прелесть. Скажи, Голум. Так, это реальность или это тоже ее воображение? Неизвестно как бы. Но вот мы проснулись в психушке, ребят. Проснулись мы, блин, в психушке. Ну что я могу сказать, давайте на этом мы закончим. Будем разбираться, что здесь реальность, а что нет, уже в следующей серии. Пока на этом заканчиваем. Вот такая вот у нас, пиздюшечная королева с острыми зубками. Вот такая вот у нас лысая Алиса, Алиса. И, в принципе, впереди, может, уже финал, я даже не знаю. Наверное, еще нет. В принципе, мне кажется, что еще есть куда игру развивать. Мы еще не узнали толком, кто убийца. Ну, пока на этом, в общем, заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.